Друзья, приветствую всех на канале Суккулент от Ляли. Сегодня такой предновогодний выпуск обзора моих суккулентов. Хочу вам показать следующую часть своей коллекции. В прошлый раз мы остановились на этих растениях. Сегодня покажу вам дальше. Вот так они сейчас выглядят. Недавно я их полила, у нас потеплело на улице, была нулевая погода, потом минус один, сейчас довольно тепло, форточка открыта целый день, поливать не страшно. Ну и покажу вам по чуть-чуть некоторые виды. Вот здесь в правом уголочке неизменная красавица Геркулес. Яркая, красивая, компактная, практически всегда. Сегодня она у меня стоит в этом году ближе к окошку, чем в прошлом году. Окрас имеет очень красивый, очень яркий. Вот эта двуголовая красавица, Эхиверия Рейндропс, только она свои Рейндропсы где-то растеряла. Бородавочки не наращивает, зато головушку раздвоила. Сейчас в таком виде растет. Вот эта трехголовая красавица Граптоверия миссис Ричардс варигатная. Довольно ярко окрасилась. Вот это непонятно, точку роста что-то там теряла, теперь опять начинает расти. А эти две очень хорошо себя чувствуют. Ну, более компактные становятся под лампами и ярче окрасились. Вот это я вам показывала, это была куплена Каланхоэ, которая зебра. На удивление, оказывается, такое название есть. Не куропатка, как вот у многих, а именно зебра. И даже в интернете я посмотрела, да, действительно, возможно, она чем-то отличается. У меня как бы не с чем сравнить. Друзья, у кого есть куропатка, напишите, вот так она выглядит или нет. Ну, у меня под названием зебра. Вот так тоже красивенькая, такая яркая растет, довольно компактная. Растет не очень быстро, но и немедленно. Все с ней хорошо. Вот здесь, друзья, вот эту розеточку я вам показывала, которую я пересаживала в прошлых роликах. Вот ее макушечка начала расти. Только я не пойму, что тут у меня с варикатностью. Ну, посмотрим, как дальше будет себя вести. Сейчас растет неплохо. Нижние листики, которые не обгорели, отсушивает. Макушечка хорошо растет. Я думаю, что я правильно сделала, что ее пересадила в новый грунт. Поливать стараюсь ее почаще. Это шантили маргината варигатная. Рядышком граптоседум бронз. Нижние листики отсушил. Макушечки тоже компактные, симпатичные. Вот такие на длинных стволиках. Симпатичное растение. Дальше здесь затесалась Шевиана Pink Frills. Так, подросла тоже довольно хорошо. Я ее пересаживала. Ей понравилась тоже пересадка. И она хорошо здесь растет. Дальше вот здесь посерединке это Эхиверия Субкарамбоза Лау. За лето прилично выросла. Она очень долго у меня не росла. Вот такая более компактная становится. Летом она листики свои раскидала, увеличила. Рядом вот эта белоснежка. Руньони Роза Носабелиум. Подарила мне двух деток. Здесь вот видно, вот тут и здесь. Свернулась в красивую розочку. Под лампами ей тоже нравится. Она вообще непривередлива. Ей нравится и под лампами, и на уличном освещении, под солнышком.
довольно благодарная и очень симпатичная розеточка. Эхиверия руньони, роза носабелиум. Дальше вот эти две близняшки. Краптоверия деби. Очень ярко окрасилась. Красивая, яркая. Толстенькая. Вот так продолжает расти. Так, Blue Waves эхиверия следом за ней. Приобрела розовую окантовочку нежную, тоже подросла. Хорошо себя чувствует, симпатичная. Здесь рядом эхиверия Флоренс. Ей нравится больше под лампами, чем при уличном содержании. Вот такой нежный окрас она приобрела. Но она немножко стоит вдали от освещения. И может быть даже еще розовее, еще ярче. Ну и так выглядит, по-моему, она вполне неплохо. Вот такие полосочки у нее варигатные проявляются лучше. И, в принципе, хорошо растет. Так, Ганжоу. По-моему, это граптоседум, друзья, если я не ошибаюсь. Он у меня цвел, но не получилось у меня его снять. У него настолько этот цветонос был низенько расположен, что я его и поднять пыталась, этот цветочек заснять. В общем, не очень-то удачно. Ну, вот уже отцветает. Ганжоу тоже очень такой пухлячок симпатичный. Хорошенький. Вот такие, друзья, дела. Здесь у меня седеверия Blue Mist. Вот такая темная стала. Цветоносики я отрезала. Стебелечки уже сухие, надо тоже подснять. Blue Mist сейчас, конечно, очень такая красивая. Налет этот сизый, нижние листики почти черные. В принципе, все ярко окрасились. Достаточно им и освещения. Несмотря на то, что я их вчера полила. Я думала, они позеленеют все. Да нет, ничего. Нормально все выглядят. Дальше у нас вот эта эхиверия пагода. Нарастила свои мясистые толстые пупырочки. Прям очень она хорошо их наращивает. Под искусственным освещением ей очень нравится. Ну и мать-героиня Трампет Пинки. Друзья, эти дети просто задушили мать. Я буду их отсаживать ближе к весне. Все никак я не отсаживаю. Они просто ее удушили. Вот со всех сторон там какие-то и крестатные, и обычные. Она уже вот бедная, уже ей ни питания не хватает, ничего. Так, пахифитум пахифитоидес. Я не помню, показывала я вам показывала ли я в прошлом видео. Я показывала взрослую розетку, а это вот у меня детки. Варигатная, пахифитоидес варигатная. Такие тоже яркие, розовенькие, симпатичные очень малыши. Эхиверия ситоза деминута. Вот там с малышней со своей. Голубоватая. Симпатяшка. Ну, здесь я обрезала после цветения красулу том-тумб, неолиану и перфорату варигат. Ну, там смотреть нечего еще, не интересно. Она не отросла. Здесь вот только начали расти молодые побеги. Это эхиверия СП под вопросом Суйон. Такая крупная форма. Очень красиво окрасилась. Форму красивой розочки приобрела. Яркая, красивая. Во всей паре сейчас она под лампами всегда красиво окрашивается. Бэби Фингер. По-моему, пахифитум.
Наконец-то вот подрос. Был очень мелкий всегда. Здесь моя красула Хайт Валтеж. Она растет, не окрашенная. Сейчас у нее период активного роста, поэтому сейчас она зелененькая. Потом будет окрашиваться. Моя красула Бревифолия. Те, которые ближе к свету, окрасились макушечки, а эти в активном росте не окрашиваются. Ну, окрашиваются, но слабенько. Эхиверия Паул Баньян наращивает свои интересные бородавочки. Вот такая красоточка. Растет. Эхиверия Суйон. Суйон Фрил варигатная. Под лампами раздвоила макушку. Я ее сейчас отставила чуть-чуть подальше. Вот что ты будешь с ней делать? Ну, будет у меня теперь две. Суйон Фрил. Ну, и за ней Purple Dream. Вглядывает своими фиолетовыми макушечками. Вот такой, друзья, я вам сняла обзорчик небольшой в преддверии Нового года. Покажу еще раз. Вроде все живы-здоровы. Все с ними хорошо. Да, конечно, с аккуратностью поливаю. Ну, вроде все нормально с ними. Друзья, также хочу вам показать свою новогоднюю композицию. Я ее уже в шортсах показывала. Вот такую спонтанную композицию я новогоднюю посадила. Здесь некоторые виды суккулентов. Вот так выглядят. Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам быть счастливыми, быть здоровыми, любить и быть любимыми, да и просто жить, друзья. Желаю всем, конечно же, крепчайшего здоровья в первую очередь. И, конечно же, всем мира желаю. Всех целую, обнимаю. С наступающими праздниками, новогодними, рождественскими. Старый Новый год тоже впереди. До новых встреч. Всем пока.